На первый взгляд, выбор места проведения встречи может показаться демонстративным или даже провокационным, ведь по реке Нарва проходят границы Евросоюза и НАТО. Но в реальности выбор был сделан давно и встреча не носила эксенного характера. Год назад в Гданске по инициативе Польши прошла первая подобная встреча и было решено их продолжить. Эстония является председателем группы северных балтийских стран НБ-8 в качестве места очередной встречи и предложила Нарву. Председателем вышеградской группы является Венгрия. Год назад встреча прошла удачно. Мы сочли, что формат себя оправдал и решили продолжить подобные мероприятия. И повестка дня также была одобрена заранее. Мы собирались говорить об энергетической безопасности, транспорте и на другие темы. В любом случае мы обсудили бы украинские проблемы, но в рамках Восточного партнерства и ассоциации с ЕС. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. И польский министр счел, что выбор Нарва оказался очень удачным. Здесь ему соединяющий Россию и Евросоюз, ну и две крепости по обеим берегам реки. И трагическая история города, напоминающая о Второй мировой войне. Историю надо помнить, но все заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией. Ведь торговый оборот Польши с Россией такой же, как у США. Однако украинский кризис изменил положение, и министры приняли специальную резолюцию, тезисы которой на правах хозяина озвучил Урмас Пайт. Ситуация в Украине является критической. Министры подтверждают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Они призывают Российскую Федерацию вернуть войска на прежние позиции, а российский парламент отозвать свое решение о возможности применения силы в Украине. Министр Пайт подчеркнул, что эта же позиция была выработана и на встрече министров иностранных дел Евросоюза на саммите ЕС. Министры также считали, что миссию ОБСЕ надо обеспечить доступ на всю территорию Украины. Но есть и внутренние проблемы, которые в свете украинского кризиса стали неотложными. И прежде всего энергетическая безопасность, поиск альтернативных источников энергии, создание действующего рынка энергии. Прежде всего это означает строительство новых энергетических мостов, таких как Эстлинг-2 и соединительных газа и нефтепроводов. От дискуссии надо немедленно переходить к реальным проектам. Но положение в разных странах разное. Так, если Польша покупает России две трети общего объема газа, то Швеция лишь незначительное его количество в Дании, а Норвегия и вовсе крупнейший экспортер, не желающий на расчет добычи сырья. Поэтому, как и в случае санкций против России, найти консенсус 28 странами ЕС будет непросто. Владимир Михалков, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.